О детском садике на бульваре Львовском в Новом городе мы рассказывали неоднократно. Уникальное для нашего города учреждение будут посещать дети с особенностями развития, в том числе с церебральным параличом и нарушениями речи. Однако пока 200 ребят рискуют остаться без заботы и квалифицированной помощи докторов и нянечек. А дело в срыве сроков сдачи объекта. По плану готовый детский сад подрядчики должны были сдать 1 июля. На деле все оказалось иначе. Несмотря на то, что медицинский и педагогический состав полностью укомплектован, ремонтные работы продолжаются. Причиной задержки сдачи оказалась проблема с финансированием. Об этом стало известно во время объезда образовательных учреждений главой города. Вот вы же видите, проблема она не настолько все-таки остра, потому что если глава города узнал сегодня о том, что здесь приостановлено частично финансирование, хотя 34 миллиона их оплатили на сегодняшний день, и сегодня мы этот вопрос обсудим с председателем правительства Ульяновской области Михайловым Александром Александровичем. Глава города заверил общественников в том, что в ближайшее время долги перед подрядчиком будут покрыты. Основной причиной возникшей ситуации оказалось недопонимание сторон. Чтобы успеть уложиться до начала учебного года, администрации совместно с областным правительством будут налаживать финансирование садика. Ремонт кипит и в 31-й школе имени Героев Свири в железнодорожном районе. Здание не новое, меняют все от проводки до облицовки. Потому что здание 50 лет, и мы сегодня должны получить качественный ремонт. По окончанию ремонта школу будут принимать представители Министерства образования и городская общественность. Задача подрядчиков – уложиться в сроки и добросовестно выполнить свою работу. Заместитель директора дорожного ремонтно-строительного управления заверил, что объект будет сдан и в лучшем виде, и причем раньше срока. Где-то через 2 недели уже начнет установка дверей, всех замена всех дверей. Окон – то же самое окон, ну, проемов. Ну, в принципе, вот что, полы у нас тоже, то все делается. Ну, все в процессе, все в процессе. Когда сдаете объект? 15 августа. По договору у нас 31 августа, но мы до 15 августа сдаем, то есть на 15 дней мы опережаем. По словам Сергея Панчина, все недочеты взяты под его личный контроль. А выполнение и исполнение поручений проверят уже через 2 дня. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.